Владивосток собрал хореографические силы 19 муниципалитетов Приморского края. Около 2000 участников. За 3 отборочных дня перед профессиональным жюри выступят почти 150 коллективов. Всего на суд будет представлено около 300 номеров в нескольких номинациях. Сегодня проходит наш самый значительный, самый большой конкурс, который в году проходит. Проходит он 26-й раз. Конкурс набирает силу. Каждый год у нас все больше увеличивается количество участников. Очень много к нам приезжают. Сейчас очень радует, что жанр классической хореографии очень развивается. Нам амурчане привозят очень много солистов именно классического танца. Главное требование конкурса – оригинальные идеи, а значит, коллективы должны представить, казалось бы, знакомые танцы в новом видении. Свои силы танцоры Приморья и Дальнего Востока пробуют в классическом, народно-сценическом, эстрадном танцах, а также в современной хореографии. Удивляют не только мастерством, но и многоцветием сценических костюмов. Впечатление у меня отличное. Наше выступление я оцениваю тоже так же на отлично. Надеемся на лучшие результаты, только на лауреатство. Мы также старались, отдавали сегодня все свои эмоции. Надеюсь, не зря. Народный коллектив «Стиль» из Уссурийска для конкурса приготовил несколько выступлений. Одним из самых оригинальных номеров оказалась постановка под названием «Падение». Когда небо падает сверху, кто-то должен быть рядом, чтобы успеть подхватить тебя за секунду до краха. Неплохо, ну, конечно же, всегда есть недочеты, но и волнение это всегда, это профессионально. Если танцор не волнуется, значит, он и не сможет сделать танец красивее, там, например, и успешнее. Сольных номеров жюри ждет особенно, ведь в массовом танце некоторые недочеты можно прикрыть спиной коллеги. А здесь только солист, музыка и сцена. Но юные танцовщики с волнением справляются. Танцевальный прибой проходит уже 26-й раз на сцене Дома культуры железнодорожников. Жюри за 3 дня предстоит отобрать лучшие номера, которые будут восхищать зрителей 1 декабря на гала-концерте. В рамках яркого и красочного зрелища награды получат исполнители самых смелых хореографических экспериментов и постановок. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на 8-м.